Дарвинский заповедник был создан в 1945 году, и основная цель его – это изучение влияния вот этого огромного искусственного водоема на все элементы природного комплекса. Действительно, затопление этой огромной территории, а это 4500 квадратных километров ложа водохранилища, это, без сомнения, была серьезная социальная катастрофа для людей, которые здесь жили. Но тенденция идеализации этой жизни в долине Мологи и Шексны, она тоже не очень правильна, потому что жизнь вообще-то здесь, в долине Шексны и Мологи, особенно в зоне затопления, была достаточно сложной. Дело в том, что здесь были очень мощные паводки. Ну и представьте, что вот воды, паводковые воды заливали не только ведь дома, не только... Они заливали и колодцы, но они заливали источные ямы, да? Выгребные ямы туалетов, да, прямо скажем, да? Это все заливалось, и потом это все попадало, то, опять же, в колодцы. Здесь достаточно широко были распространены такие болезни, как тиф, тулеремия была развита, малярия была развита. Ну, малярия не в связи с затоплением, а с тем, что было большое количество комаров. Без сомнения, здесь была прекрасная природа. И недаром вот в Малогошининской низменности, в Малогошининском междуречии было множество дворянских усадеб. Как бы вот на дачу ехали сюда представители тех же Мусиных, Пушкиных, Апраксиных, Головины и многие-многие другие дворянские фамилии имели здесь свои усадьбы. Конечно, водохранилище привели к тому, что много утрачено, но все-таки плюсов, наверное, больше, потому что есть большая вода, большая Волга, есть транспортная артерия. На тот момент Рыбинское было самым крупным равнинным водохранилищем. То есть еще не было и волжских больших водохранилищ, сибирских больших водохранилищ, африканских не было водохранилищ крупных. Оно было самым большим, и никто еще в мире не знал, как будет влиять вот этот огромный искусственный водоем на все элементы природы. Поэтому такая задача перед заповедником сразу была поставлена, и создан он был именно в тот момент, даже когда водохранилище еще полностью не вышло на проектную отметку. И вот, собственно, задача научного отдела заповедника – это проводить вот такой мониторинг. А заповедник почему? Потому что удобнее всего мониторинг проводить на территории, которая не подвергается хозяйственной деятельности, где нет никаких воздействий хозяйства. Серьезным изменениям подвергается зона временного затопления. Дело в том, что водохранилище – это водоем, в отличие от природных, второработающий водоем. Весной набирается высокий уровень, далее уровень начинает снижаться за счет работы шлюзов, за счет работы электростанций. Уровень постепенно понижается. В результате этого обнажается обширная зона временного затопления. То есть та часть прибрежной зоны, которая находится между самой верхней и самой нижней отметкой водохранилища при его вот такой колеблющемся вот таком уровне. Вот в этом году уровень высокий, поэтому вот мы видим, что зона затопления, она почти полностью затоплено, но уже идет постепенное ее освобождение. Водохранилище затопило не только леса, поля, но и болота. А болота – это обширные торфяные комплексы, имеющие, торф имеет толщину. Торфяная залежь имеет толщину у нас несколько метров. Торф – это органическое вещество, он обладает плавучестью. И что произошло? Да, совершенно верно, торф всплыл. Но произошло всплывание-то не одновременно и не одномоментно. Часть торфяной залежи всплыла сразу, сохранив облик вот тех болот, которые были. Но дело в том, что большая часть этих торфяных массивов просто всплыла и поплыла, да, имела, как мы говорим, горизонтальный дрейф. Раз она имела горизонтальный дрейф, их выбрасывала на берега, разбивала волнами. Часть из них подходила к Рыбинской плотине, где вынуждены были ставить специальные решетки,
чтобы не попадали торфяные острова в турбины водохранения, в турбины электростанции. Вот. Но часть всплывших массивов торфа сохранила связь с дном. Ну, не очень понятно, каким образом, но сохранила. То есть они имеют дрейф только вертикальный. Всплывают и опускаются. Опускаются со снижением уровня водохранилища. И когда уровень сильно снижается, в катастрофически маловодные годы, они даже садятся на дно. Я сказал, что только часть островов сохранила облик торфяного болота. Большая же часть была через год, 2, 3, 5, 10 лет в виде массивов мертвого черного торфа, на котором, конечно, никакой растительности первоначальной, болотной, не было. Эти массивы, эта черная жижа стала подсыхать, на ней поселились пионерные виды различные, там осоки, ивняк, тростник, и постепенно эти вот острова, всплывшие, уже всплывшие, заросли такой вот растительностью околоводной, и вот сейчас они представляют собой, некоторые из них даже, на некоторых из них даже березы растут, вот диаметром 30-40 сантиметров уже березы растут. И издалека даже нельзя сказать, что это всплывший торфяной остров.